Всем салют, ребятки, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка. Ну что ж, давайте прослушаем EP от Кали, «Бессонница». Всего 5 треков, и есть совместка с Трувером, что, конечно же, меня обрадовало. С Трувером и Райдом. Короче. Первый трек «Спрячь». Я очень надеюсь, что мне понравится. Хоть что-нибудь. Ну, что-то должно понравиться. Ну, кстати, он тоже продуктивный в этом году. Неплохо себя показал. Много где засветился. Я надеюсь, что дальше будет что-то мощнее и агрессивнее. А так, в принципе, неплохо. И припев такой, ну, приставучий, может запомниться. А музло напоминает скриптонита. Нравится концовка. Чисто музло. Ну окей. Окей, окей. «Бессонница», второй трек. Пока неплохо. Как будто национальный какой-то мотив. Вот это для меня трэп, понимаете? Не то, что делает молодняк. А вот, ну, посмотришь на Кали и типа, оу, да. Тебе я верю. Почему он говорит «не звонится»? Ну, это можно простить. Узло прикольное. Все-таки это какой-то казахский мотив, как будто бы. Опять же, неплохо. Но такого особого желания там переслушать какой-то трек пока нет. Я думаю, это все вообще, ну, проходная пишка. Да и в принципе он же альбом выпускал в этом году. Это как дополнение, может быть, просто. Занят делами. Занят делами, даже во сне, разные встречи с типами. Только что у него была бессонница, а сейчас он во сне уже занят делами. Я проведу этот день, чтобы еще поближе узнать себя. Ну как-то скучновато. Ну надеюсь, совместки хоть хороши. Райда. Совместная работа с Райдой, бери. Тоже что-то лайтовое, походу. Вау. Очень странно слушать вот такое после того, что услышал. И тут бац, он уже начинает петь. Я не знаю, говорил или нет, но мне кажется, ему вот не подходит такое. Ну, глядя на него, типа, это слишком смазливо, мне кажется, для него. Ну и Райда тем более. Но у Райды хороший тембр. Как-то его все равно приятнее слушать. Что-то и припев мне не нравится. Самый трудный день, как и вчера. Сегодня буду делать, как и вчера. Но я не буду этого помнить. Нет, мне не зашло. Ну давай, пожалуйста, вот последний трек. Заебись же. Он же должен быть просто... Сука. Замыкаем на мгновение, будто тонем в постели, и задыхаемся в одном темпе. От судорожных движений я выпил один, мне не по теме. Заебись, я слышу тебя, я чувствую. Заебись,
лично знаю, все отлично тут. Нужен твой голос в этой трубке. Звонки ближе к утру, вместо тех снов, что ждут в аду. Ближе к утру, никаких слов, никаких слов, никаких слов. Ну, Трувер хорош. Ничего не могу с собой поделать. Почему-то не могу я принять Кали. Возможно, если бы здесь был другой рэпер вместо Кали, возможно, мне бы понравилось. Но сам припев и вот это заебись же, что-то как-то... Вроде неплохо начал, а что-то потом у меня все как-то настроение спало-спало, весь вайб, короче, убит. А помните, каким треком он заявил о себе? Танцевальным. И я думал, типа, вау, ничего себе, на музыке 36 будет такой чувак, но он там все равно как-то... Как-то я его тогда уже не принимал на таком битле. Вот, но потом он показал себя и с другой стороны, типа, и я такой, да, неплохо, но все равно что-то не то. И как-то... Короче, самая главная проблема для меня это том, то, что я ну вот до сих пор как-то не могу его принять. По музлу, в принципе, все нормально. И на прошлых работах было, и здесь. Но это как-то, я не знаю, это слабее, мне кажется, чем предыдущие альбомы. Все, я, пожалуй, все сказал. Пишите вы в комментариях свое мнение об этом EP. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Check it out!